Форм называется First Choice. Первый выбор, делает его Канада. Это для щенков на ягненке, океанической сельде, коричневом рисе с тремя видами хондопротекторов. Он подходит для всех собак, потому что он наиболее мягкий, гипоаллергенный, очень вкусный. Не было еще ни одной собачки, которая отказалась бы кушать этот корм. Рассчитан с 2 месяцев до 12, а потом на более взрослую формулу. Вот его название. Производство Канада. Подходит овчаркам и всем крупным породам. На ягненке. Есть этой же фирмы. Вот эта же фирма. Для щенков. Только на курице. Идут медиум и крупные породы. Средние и крупные породы. Основа курица. Его тоже очень хорошо едят. Но если собака склонна к аллергии, то могут быть проблемы с кожей, но весьма-весьма редко. Вот тут такой красивый щенок бернского зенненхунда изображен. Эта формула взрослая. Тоже идет на ягненке, океанической сельде и коричневом рисе. Три вида хондопротектора: глюкозамин, хондроитин и глюкозамин гликан. Идет с года до 7 лет. Вот он есть тоже на курицу, только для взрослых. Большой бернский зенненхунд для щенков, маленький изображен. Вот он такой симпатичный. А для взрослых на курице вот такой взрослый бернский зенненхунд. Для щенков крупных пород, для овчарок, для всех крупных пород очень хорошо подходит корм. Называется фирма Proformance. Для щенков крупных пород. Ну, вот он. Сбоку его название. Proformance. Чтобы было видно. Proformance. Вот можно посмотреть, как он изображен. Вот тут. Вот он. Proformance. Это все корма, естественно, супер премиум. Тут основа мяса ягненка и коричневый рис. Естественно, хондопротекторы, что нужно для собак крупных пород, глюкозамин, хондроитин. А вот он же Lamb & Rice, он же Proformance, но уже с года. Это с года дается. Тоже идет на ягненке, тоже с хондопротекторами. Очень вкусный, собаки его обожают. Вот, никогда не отказываются. Очень хорошо выглядит. Мы с ним работаем, с этим кормом, больше 10 лет. Отличные результаты. Есть он в виде вот такого, вот такой формулы для активных взрослых собак на курицу. Я предпочитаю кормить своих собак именно кормом на ягненке. Хотя прекрасно едят и курицу многие.